чё, поехали? Я не верю в чудеса. Так уже, дурак, погнали, да? Пошай, да. Чего? За песни забанили. Видимо, лицом назад прыгнули. А, есть раз? Есть. А, ты их убивай? Тебя мордеры об самолет убьют. А, нормально, нормально. Чего? Я прочитаю, что за враг, я по правой дальней пошел. Звик написал. Что-то сожгли? Понял. Видимо, я не успею. А она взорвалась или она только дымит? Понял. Если она дымит, то это не она не убита. Я вижу, что руки. Слышишь, который шип горел, потом
слабо, за горячую штуку. У нее 100, короче, метров 100. Задолго нажал. Пацаны, работайте по нему. Они там далеко, да, по-моему, клапана убили. Он же рядом. Меня спалили. Сечего есть, я бегу. Бегу с юга. С юга. Пацаны, можете, пожалуйста, мою гору, вот, где моя метка, посмотреть, пожалуйста. Я думаю, что мне ко мне кто-то сейчас поднимется на. Мне лицо разобьет. А я не вижу мне. Ну как бы я вижу. Понял вас. Я вот там понимаю, может. Секунду, стой, стой. Там стреляют по нам. Вы убили того парня, который возле шилки сгоревший бегал? Я там зачатка 100 метров, но нас кроют, я не могу залутать. Там снайпер работает. Я понял. Я не могу куда? Спитер, это ты метку дал на нее, да? Да. Понял. А метка АВ, она безопасна? АВ, он глянул, на моей метке. То есть прошел он, да, понял. Понял, начал мне иду. Да, где-то север. Я даже знаю откуда. Я метку на себя дам, на всякий случай, если меня убьют. Я вижу снайпера на севере. Прям на севере лежит, сейчас метку поставлю. Он ко мне бьет, да? Блин, метку нет, сломал. На поле, господи. На поле метку поставил, примерно. Сейчас точно поставлю. Роксар, тебя пилит, как по-моему, будет? Уже кого-то. Питер, тебе помочь? Я пришел уже. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Давай, братан, давай. А у тебя что, нету активировать? Нету, нечем. Пацаны, только ты же не выдавал, что ты взял.
Меня не взрывают. Все, понял, сечу, несу сечу. На клейма не взрывают. У меня ощущение, что нас слушают. Ну давайте здесь сделаем. Даже командир отвечает двиг, отделение двиг наш. Скитер, остановись. Внимание, отделение двиг. По мне огонь идет. На Махно посмотрите, вот это гейминг у чувака. Стоп, а когда ты открылся? На Махно утис, понятно, что. Махно прям вначале открылся, и всю игру падает. До Зенит, сих пор. Извините, еще лучше. Да, Зенит вообще в какой-то залупе приземлился. Я думал, Махно просто там метку на себя поставил. А, это я опоздал, Зенит. Я думал, это ваш. Зенит, как? А, Зенит, он же дохнет, нет? Он живой. Живой? Не, а как вы сдохли вначале, Спитер? Я не знаю, я летел и просто чисто умираю, все. При этом я прыгал нормально, прямо. Не, ну Махно в целом-то очень близок к цели уже. Да ты чё, он всю игру там старается. Он уже приземляется. Массу увеличивает. Я ещё, блин, два. Забыл. Один приземлился. Я ещё как бы не тормозил, когда Махно сломал себе всё, что надо. Приземлился. Хотя красавчик мой, ой. Ну, говорю, что ему да, неадекватно, но метров, блядь, 600, maybe, пища. Неадекват — это ворон? Это Александр. Ага. Александр долго пришел меня просто за километр. Блин, если бы это бота как-то меня грабили. Вот Зенит вот заебись, вот Зенит и самый заебись. Паша, у тебя был активатор или что-то там хотел? У меня был сетчел в руках, в этом грузике. А вы где? А что не использовал? Ну я закладываю, начинаю. У меня, короче, глюк такой, чтобы сетчел, получается, появился в менюшке, чтобы его установить, нужно выкинуть клеймеры. Я начал выкидывать клеймеры, слышу сзади шорох какой-то. Выключаю меню, выглядываю и пулю ловлю. Надо было выглядывать. Да. А что-то они прям хорошо в этой дерюшке засели. Да блин, я прям, я это Зенит взорвать чем мог бы, если было хоть что-то, если бы не грабили. То просто грабленный был. Ой. Бля, кто-то если бы я бы кочегар бы не обнаружил, то я бы мог бы и вторую бы ёбнуть. Опа, хотя бы лупит свои. А было чем? А, ну, кочегар бы золотал. Я уже два магазина в этот клейм выпустил, гранату в него кинул. А она не взрывает, ужас. Угу. Хотя бы свой лупит. Какой он. Но он чекан свою. Почему сами себя убить, я не понимаю. А что сейчас произошло? Тим Кио на респе. Зевк в трибунал писать будешь? Помочь? Да не настрой. Трибунал Вога? Да. Да. Ебан на Воге, да. Махно еще сейчас убьет своих там. Махно. Да, вас Боже. Много. Знаешь, что как индос. У них изначально два человека умерло и возродилось. Бля, может перезайти? Второй шанс. Мне тоже дико хочется, да, ну, блин. Значит, надо сегодня чуть побольше несколько отыграть. Объект 55, допустим. А кто-то, кстати, кто-то сейчас так браво пошел взрывать нашу шилку, я так запушил их со СВДшкой? Паша, да, я. Возле хотя бы как-то бот странно умер. Что-то у него снаряд. По мне стрелял кто-то очень криво. Я даже не пытался уворачиваться. А я просто как по мне стреляет, я такой, ну, Аллах Акбар, кричу. Да, нормально. И при этом ничего не взрывается, я такой грустный. Не, он без сознания, короче, уводит хилки. Чего? Он падает, и граната взрывается, которую хатап кинул, и, короче, минус, блядь. Я говорю, поменяй им 24-й, пожалуйста. Кстати, какого-то либо я встретил там в полянке, он бежал, я не говорю. Да, ну что? А там есть М2010. У меня руки сломаны, ноги сломаны, все было. Они похожи на СВ-98 чем-то. Потому что вот сейчас Рейдж лежал, я ему в харю стрельнул, он тупо по барабан. Письмо, утро на шататы кидаю к тебе уже и стангранат, и флешку кидаю, сам ничего не вижу, весь слепленный лежу.
А я в капсуле морфин и умер, походу это врожденная непереносимость или что-то такое. А я тебя просто... Дотис, это ж ты убегал, да, вот это с ВДХ там по полям, по лесам? По горам точнее. Я по горам бегал. Ну вот, да, я вижу твой труп, потому что Александр меня на тебя навел, но тебя хата пошатал. Спитер, а как вы на старте умерли? Да я не знаю, я просто летел и чисто сдох у меня. Все. Он на тебя все патроны спустил. Я вообще не понимаю, как он меня с километра сапога убил. Может, он попал в меня в воздухе, врезался, я не знаю. Него бинокль. Я уже летел где-то секунд 20. Хатап где-то с водохуй разгонял. Это будет. Я им говорю, покройте хатап. Ща, пока покрою. Они... Да он там ходил, гулял. Я рейдж замыслил. Да, там махнул, сознанка, махнул, да, не жалко? Тебя вот кочегарь замыслил. Да? Ну, не знаю, короче. А, махнул с холла, как снайпер, потому что я забыл, он жесткий был боец. Лунаровский. Ты видел, сколько он летел? Он приземлился, да. Буквально там 2 минуты. Я знаю. Я видел его метку. Ты вон посмотри, где сидит вообще, сидит ему нормально. Это... Бисмут. Шота, да. Его метка просто в Росмане еще стояла, думал, в Росмане сел вообще. Вообще сидит-то хорошо, смотрите, как он бежит на вас упорно. Вот это видно, человек хочет играть. Он хочет победить. А что, типа, метки в реальном времени обновляются у нас? Будет смешно, если он придет и умрет. Или причем сразу. У него прямо перед лицом взорвут эту шилку. Знаешь, у него кончится стамин, начнут расти с рук, и он не убьет никого. Или у него врожденный порог сердца, и он умрет по дороге. Богатская стамина все-таки сработает. Кстати, буст, прикинь, я записывал сейчас 60 ровно кадров. Трех. Нихрена себе. Я думаю, что 15 записывал, да. Я чем писал ОБС-кой? Бандикаву. А дай-ка я ОБС-ку проверю. На своих 4 гигабайтах? Да. Вот забавно, что ты докатился до такой степени. Ну. Что быть? Жесткий, говорю ты. В плане такой. Я двушку снимал в нормальном качестве почти. У меня даже двушка лагала. У меня трёшка, ну, у меня двушка тоже лагает при записи, но при, ну, как бы, я вижу в экране, как у меня лагает, потом на видео смотрю, ни одного лага. Не, у меня... Экран показывает задержку. Да, понял, где ты шеверил? А где ты? Пусть пойдут бахнут эту вторую шилку, ну что, сложно так? Было бы чем. Слышишь, в следующий раз вообще надо поставить фристайм, потому что, блин, мы прибыли самолёты раньше. Вообще есть чем. Пацаны туда падают сразу, их нельзя убить. Да-да, потому что хлопцы упали, и по летающим мы не можем стрелять, потому что не наносится. А ты по парашюту не пробовал стрелять? Парашют прилетает, и парашют отталкивает. А, кстати, я ж Блиденхала починил тоже. Блиденхала есть? Да, я ж сделал тогда. Лол, слушай, поехал. А чё это? Ну там на парашютах прыгают. О, величайшая миска всех времен и народов. Это лучшая миска просто. Прыгают опять же американцы. Сколько десятков раз вы на логи играли на двушке? Раз 60, блять, или 100. Там больше. Косарь точно. Не, кстати, Льюис набирает обороты. Старая тушинская миска, Льюис на логи. Да побачь. Спасибо, а плюсом. А Хатап реально никого не видит? Я думаю, ему возраст мешает. Не-не-не, видит, что. Потому что просто очки к оптике примотать. Ну, у СВД-ки оптика реально похуже, чем у МК до четвертой. Мне кажется, он никого не видит, он чё приколюха. Да, ты можешь включить первое лицо и посмотреть. А где рейдж? Ну, по дамагу СВД-шка может. Куста. А М24 убить не может. Куста, где шилка? А, всё, вижу. Либо пропал резко. Я не знаю, я офигеваю, как ставятся сошки. Я ставлю сошки, чтобы посмотреть по рейджу. Да. У меня сошки ставятся как-то наискось, я такой лежу, короче, вот да, видно, как сошки я... сошки кривые. А, я видел, да, такой на камне, знаешь, резко. Я такой на камне лежу чисто на сошках. Тупо пацан. Как сошки ставить? На С. А я как додик shift пробел нажимаю. Ну, потому что так у меня на двушке стоит управление, поэтому у меня так лично с двушки стоит. О, давай Александр. Кто-то на вых поставил, нормально. Посмотрите на Зенита, он просто бежит налево, направо. Ну, Махно, бить, смотри, как Махно быстро бегает, чисто полевые. Ну, буквально так, через 10, может, смотри. Не добежит. Не, он плане, вроде тут... видит шилку уж, блядь. Ну, шилку сейчас должен увидеть, по идее. Махно, а если они сейчас будут взрывать не ту шилку? Да я думаю, подбитую подорвут. Да. Это Махно, он скажет, нормальная шилка, как новая, у меня такая ездит по дворе. Бля, ты что, в магазине купил? Третий год воюю на такой. Ну просто сняли, мне просто сняли эти самые, с неё гусеницы сняли, да и крышку да. Отворили. А чё? Специальная маскировка. Поставите всё. Тупо СПН. Сейчас, сейчас. Ну, блядь, ну видите же, блядь. Одна граната и всё. Хорош, всё, хана, знанку, на неё накидали. О, о, думал. Ну-ка, подожди, сейчас Махно промахнётся, смотри. Смотри, сейчас Рексара с блэкслэшем убьёт.
А ну-ка, поматься. Сейчас стену пойдет перед собой вообще. Запишу это. Сейчас в листву попадет, смотри. Да не, ему дали схватить. 100 метров. СПН. Он с РПОхой так же самое бегает. Он в лифт в упор стрелял обычно. Сурово надо. А, не очень. Внутри он попал, может попасть. Мне кажется, ли я вижу оттуда значок? Попал? Все, Аллаху Акбар. Попал, мы сейчас пока нам зовёт. Подойди, блин. Да, сейчас подойдет его ладно. Подойдет, да его убьет. А ему осколком. Вот такой звук погорения. Красота. Смотри, сейчас было перехуя. Сейчас у Москвы так. Это не осколки. Смотри. Ой, что это? Да не, на другой горе сидел.